Проснулись с утра пораньше, всем доброе утро, чтобы купить знаменитый суп утренний с рисом. Ну что, супчик купила? Кому повезем? Маме или в гости? Кому повезем? В гости повезем? А думаешь, они проснулись так рано? Да. Сейчас же очень рано. Все спят? Все и спят. Все проснулись. А мама у нас спит. Супка о том му или джок му наливают в пакет. Ты берешь его с собой и уже приезжая домой, накладываешь там в тарелку или в чё хочешь, там удобно. Вот, в общем, там и яйцо есть, и зелень, и шарики свиные. Также с собой кладут пару пакетиков, если ты хочешь добавить что-то немножечко спайси сделать. И туда же кладут целый, если попросишь, то целый такой вот бумажный пакет с вот с такими булочками, как пончики. И получается классно, сидишь, ешь суп, заедаешь это пончиками или просто пончики крошишь сразу в этот суп и только потом уже его там начинаешь кушать. В общем, такие дела. И очень принято среди нас, деревенских жителей, если берешь суп себе, то взять еще немножечко соседям, по дороге завести этот суп соседям, чтобы они там позавтракали. И очень часто там и сидишь... С утра проснулся, а тебе уже просто на дверную ручку кто-то там суп повешал, типа вот с добрым утром, там на вот покушай. Вот такие дела. Мы этот суп, который взяли лишний, отдадим нашему другу Лунгу, Тяпке, потому что он с утра уже что-нибудь там работает, и сам, а то ему взять и потом что-нибудь поесть. Ну и плюс еще у него зубов нет, поэтому суп это то, что доктор прописал. В общем, такие дела. Давайте пойдем вместе позавтракаем. Ты суп хочешь? Да. Ну давай, я тебе в тарелку суп налью тогда. Давай, вот тебе шашлычок. Сейчас тебе суп налью, подожди. Последние пару дней ребята в основном делали Chicken Island, как мы его называем. Это остров куриный. Делали там всякие штуки. Сделали прикольную такую крышу на маленьком мостике, который ведет на этот маленький островок. Вот такая штука. Герой наших передач опять что-то делает. Кап. Кап. Сейчас и калтому. Калтому сайту. Окей. Они? Так. Подарил нам вот такой огурец, сказал, с добрым утром. Приехал на пляж Хатсалат, здесь у ребят кафешка приятная очень, прямо на пляже, можно попить кофейку, съесть вкусные штуки, немножечко фруктов, овощей, либо нормально поесть. И вечерами у них разные мероприятия проходят, давайте посмотрим, что у них сегодня тут. Yeah,
Now you're a star also. Is it? Yes. Oh, well, good. Thank you very much. I will send the link for Alex. Thank you. Hey, yeah, thank I you, got a coffee. Thank you very much. No problem. Ну что, есть телевизор? Телевизор есть, надо только уточнить, работает он. Коп придет вечером, я спрошу. Давай. Он стоит там. Ну все, тогда изи. Просто телевизор я подрублю и все. Телевизор, собственно, мне нужен для того, чтобы провести мастер-класс по написанию музыки в программе Ableton. Если вы на Пангане, приходите обязательно, буду рассказывать, как я пишу, что я пишу и какие-то свои интересные мысли, обязательно с вами ими поделюсь. Один из приколов жизни на острове Ко Панган — это то, что постоянно нужно следить за водой и чинить воду самому. Ну, по крайней мере, почему-то в тех домах, в которых я живу, всегда что-то с водой. Вода обычно берется с гор, то есть это труба какая-нибудь, которая идет до какого-нибудь водопада или источника, и прямиком несколько километров доходит до дома. Есть также государственная вода, но это не как водопровод по всему городу, по всему острову, это какие-то все равно точки. Соответственно, у нас в Холлистоуне, в моем доме есть и точка, где вода идет с гор, и точка, где государственная вода. Но и та точка может, в принципе, выйти из строя, поэтому нужно взять инструменты и пойти ее починить. Живу тут уже больше 5-7 лет и постоянно этим занимаюсь. Вот видно, как просто труба вылетела от напора или от того, что плохо была закручена. Поэтому полдела сделано. Мы нашли, где поломка. Осталось это починить. Ну что, вроде соединил трубу. Сейчас открою вентиль городской, государственный. Посмотрим, как пойдет вода и не вырвет ли опять то соединение, которое мы только что скрутили. Все, вода пошла. Давайте посмотрим. Я помню, раньше до трубы было пару километров. Вот это было уже повеселее. Когда приходишь, нет воды, и нужно 2 километра вдоль трубы идти и смотреть, чтобы нигде там не пробило трубу, не упал кокос. Поэтому 300 метров это просто смешно. Мы пройдем их просто за 2 секунды. Давайте посмотрим. Ну что, труба в порядке, все в порядке. Можно идти домой. Включать также не только нам, но и ребятам воду. Поэтому задание выполнено. Ночью был сильный ветер, сильный дождь, сломала крышу в диджейке, поэтому экстренно сегодня ее меняем, потому что уже суббота. И если не поменять ее сегодня, то придется без крыши, а вдруг пойдет дождь, может все намокнуть. Ребята там уже вовсю режут металл, сваркой занимаются. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Надеюсь, что получится. Ну вот и подошла к концу сегодняшняя вечеринка. На самой вечеринке снимать мы ничего не стали, но вечеринка прошла хорошо, всем все понравилось, суббота удалась.
Бусю видно? Бусю видно. Вот это она. Это самое главное. Вот она, Буся. Давайте завтра расскажу. Он. Буся, это он. По горячим следам завтра расскажу, что и как. Все, спокойной ночи. Суббота прошла в спокойном режиме. Потанцевали, пообщались, хорошо провели время. Как и всегда, в Холлистоуне по субботам на острове Копанган. Приезжайте обязательно, если никогда не были. Мы тут и будем рады вас видеть. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Пишите в комментариях, что бы вы хотели услышать, о чем бы вы хотели узнать. Я понимаю, что многим из вас, возможно, интересно больше что-то про музыку посмотреть, чем мои деревенские движухи, но пока что мне интересно рассказывать про деревенские движухи, потому что музыки и диджейства в моей жизни и в пространстве вокруг меня и так хватает. Буду прощаться, всем спасибо, увидимся на следующей неделе. Такой есть миф о том, что многие тайцы, они ленивые. Абсолютная чушь.